А мы продолжаем. Металлический предмет, похожий на обломок ракеты, вчера утром обнаружили в полях села Гиска. Об этом дежурную часть Бендерского УВД сообщил агроном сельскохозяйственных угодий. Как выяснилось, упала она 25 сентября, как и в Кицканах. Обломок ракеты находился в 1,5 километра от ближайших жилых домов улицы Школьной. Незамедлительно на место выехали следственно-оперативная группа, саперы МО, трехсторонняя комиссия. Информация подтвердилась. Находку специалисты изъяли. В ходе разбирательства выяснилось, эта часть ракеты упала сюда в тот же день, когда и в селе Кицканы. Возможно, головка обнаруженных на Гиске фрагментов ракеты попала в озеро села Фарладана 25 сентября. Тогда специалисты ее извлекли и уничтожили.